Здравствуйте, друзья! Пришла посылочка из Китая, но я уже, к сожалению, ее распаковал, не удержался, посмотрел, что да как. Сегодня рассмотрим трипод VST-R100 от компании Sony. Так, что же тут мы видим? Высота трипода 1000 мм. Сложим состояние 335 мм и вес 650 грамм. Выдерживает массу нагрузки 1200. Поворачивается голова, все двигается в круговую, вверх-вниз. Так, ну давайте же скроем, посмотрим. Так, вот, поставляется. Так, в коробке больше ничего нет. Идет инструкция. Ой, идет сколько бумаги. Вот такая большая инструкция. Так, даже есть на русском языке. Сейчас покажу вам. Так, где? А вот детали, узла. Все на русском языке. Вот так вот он раздвигается. Имеются три ножки, которые удлиняются по мере надобности. Вот так все защелкивается аккуратненько. Так. И сама голова. Вот как мы видим, вот эта ручка регулируется. Закрутили, все, она не шевелится. Открутили, вертим. Потом сбоку. Вот. Круговое движение. Зафиксировали. И сам поворот камеры в бок. Открутили. Повертели, как вам надо. Вот такой, друзья. По весу легенький, очень удобный. Так, еще выдвигается вверх, тоже немаловажно. Смурфик ходит, тоже смотрит, проверяет. Стоимость данного трипода составляет $35. Кому понравился обзор, ставим лайки, комментируем. А кому не понравился, дизлайки. До новых встреч. Пока.